древесина, используемая в изготовлении луков и стрел. Круто. Отрубленный рог гоблина используется в изготовлении оружия и доспехов. Наполнен водой, бросьте его в противника, чтобы облить. Зачем обливать? Обычный сосуд можно кинуть для отвлечения внимания. Керамический кувшин. Талисман, дарующий божественное покровительство. Увеличивает защиту за некоторое время. У нас что общий инвентарь с ней, сейчас с ним. Или стрела с сильно действующим токсином. Отравленная стрела. На наконечнике. Обыкновенный камень. Можно кинуть для отвлечения внимания. Кусок древесины для разведения огня. Если его поджечь, можно использовать в качестве факела. Нет, не один у нас этот самый инвентарь на двоих. Ягоды. Эти ягоды растут почти повсеместно, восстанавливают немного здоровья. Подорванного. Все. Мы все обследовали. Бандитов всяких уничтожили. Всяких бандитов. Ничего не светится. Не светится. Ну ладно. Может, конечно, в том кувшинчике что-то ценное. Thank you.
для лучника, наверное, подходит. А для нас нет. А жаль. Такая жаль.